Привет, друзья! Брошь – это изысканный аксессуар, который подчеркнет вашу индивидуальность. И сегодня мы сделаем брошь-галстук из репсовой ленты. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, я буду этому очень рада. И желаю всем приятного просмотра. Нам понадобится репсовая лента, ширина 5 см. Длина 50 сантиметров и ширина 2,5 сантиметра, длина 66 сантиметров. Разрезаем ленту на отрезки. Размеры вы видите на экране. Подпаливаем края ленты с помощью зажигалки или же свечки. Складываем отрезки длиной 16 сантиметров. Так. Загинаем угол, потом ленту наверх загинаем. Теперь делаем еще уголок таким образом и загинаем сюда, вниз уже. Фиксируем булавочкой. Второй отрезочек нам нужно сложить точно так же, только симметрично. Загинаем здесь уголочек, ленту наверх. Еще один уголочек создаем. И вот так. У нас получилось симметрично. Также фиксируем булавочкой. Теперь нанизываем эти отрезки на нитку с иголкой. Нам нужно попасть во все слои ленты. Особенное внимание уголочкам. Стягиваем. Стягиваем не сильно, вот так достаточно будет. И фиксируем. Отрезки 7,5 сантиметров длиной мы складываем пополам. Фиксируем булавочкой. Теперь берем отрезок длиной 18 сантиметров, складываем вот так пополам, отмечаем серединку булавочкой. И теперь края доводим до середины и фиксируем булавочками. Делаем это не внахлёст. То,
же самое делаем с лентой длиной 14 сантиметров. Теперь будем фиксировать горячим клеем, а ленту длиной 18 сантиметров мы будем фиксировать вот в этой области посередине, а отступить от краев где-то по сантиметру. С другой стороны точно так же. А ленту длиной 14 сантиметров мы фиксируем полностью. Отрезочки длиной 7,5 сантиметра склеиваем по краям. В заготовке длиной 18 сантиметров, которая у нас была, мы подгинаем края. Можно, конечно, пришить, например, мононитью, но я буду использовать горячий клей. Так мне надо будет приклеить. Данную заготовочку приклеиваем на наш бантик, вот так, посередине. Вот эти отрезки мы приклеиваем вот таким образом, чтобы немножко был виден уголочек. В отрезке 22 сантиметра я уже заострила края. Теперь склею горячим клеем. И края нам надо опалить. Теперь склеиваем все вместе. Осталось приклеить вот такую красоту. Ну и, конечно, фурнитуру клеем. И фурнитуру я буду использовать вот такую.